Sanukhan kaltoy tihay mahane Khorodikhin aynin arhettay ohay mahane Khorodikhin aynin arhettay ohay mahane Holiday by Cottaibosai, I man. Nashili chow kaibotsawai, oh, I man. Nashili chow kaibotsawai, oh, I man. Marhailai bermek biçer ay manay Vayrallay çeri bar biter ay manay Vayrallay çeri bar biter ay manay Lehinai sahai sayur ay man Nai botir chan beni tishen ay man Nai botir chan beni tishen ay man Снимайте фильм «Лакские песни». Это горские песни. Песни, которые рождаются в горах, живут там и иногда умирают в горах. Это звуковая окраска гор, частица озвученная гор и весточка с гор. Я бы, конечно, с удовольствием вас бы всех повез туда, чтобы вы на месте это увидели. Но мне хочется приблизить вас сейчас с помощью этих песен к этим горам. Конечно, зачастую, приезжая в горы, сразу бросается удивительная красота гор, свежесть вершин, чистота воздуха, удивительные восходы, заходы солнца. Но для горцев часто горы гораздо напряженные, гораздо динамичные, я бы сказал, даже трагичные. Мой старый отец, умирая, просил увести его из города в горы, чтобы попрощаться с горой Гючельмиц, которая стояла перед аулом. И только человек, в жизни которого может занять особое место, отдельная гора, горы, мог так сказать. Мне, как и всем горцам, горы кажутся сутью земли, взорвавшейся болью и застывшей болью. И я часто думаю, что там, где особенно больно, горы покрывают себя травой, землей, лесами, а обнаженные же скалы принимают продолжающиеся удары жизни, судьбы, дождь, грозу, молнии.
И приезжая в горы, всегда нужно ощутить это состояние для того, чтобы стать близким им, родным им. Потому что жизнь горцев говорит о том, что горы не являются чем-то другим, не имеющим отношения к этой жизни. Что песни, удивительные песни горцев, которые я очень люблю, видимо, возникли из этого чувства солидарности, братства. Даже самое близкое, что можешь не скажешь, самое больное у тебя на душе, что можешь не скажешь, даже отцу своему, матери, брату, всегда говоришь горам. От меня ты уходишь, знаю, не любишь, хоть чигану свою ты мне оставь. Если оставлю тебе чагану свою, на чем играть буду, девушки мои? От меня ты уходишь, знаю, не любишь, хоть коня своего ты мне оставь. Если бы коня своего мог тебе оставить, я бы любил тебя, а не другую. Yala vehna hendogoy
Mehanarda patrai, noi villai erai choi, noi chai kai bitai. Vai toi lai erai rachai, ei chai kai betol, chissà poi doce ni chan hai, sei bortei hapai. Vai toi lai ei rachoi, ei chai kai betol, chissà poi doce ni chan hai, sei bortei hapai. Казалось бы, возьми народную песню, какой-нибудь народный инструмент и пой. Но мне всегда недостаточно этого. Я, горец, живу в горах. Что может лучше изобразить громады гор, чем медные инструменты? Возвышенный строй гор, который как бы ахает в небо, тут же мне дай орган. Я хочу какую-то нежность, ласку, печаль лакских песен изобразить. Что может дать мне лучше эту нежность, показать лучше, чем простая скрипка со смычком, мягкие, нежные, ласковые человеческие пальцы. Но отсюда возникает иногда разногласие. Говорят, ну зачем же лакским песням нужны эти инструменты, которые общего ничего не имеют с вами, и нет у вас их. Но в душе каждый горец несет все инструменты, которые существуют во всем мире. Но он вынужден играть на своем балабане, потому что под рукой у него другого нет инструмента. Порой при этом еще возникают такие вещи. Песня как бы идет в одну сторону, мягко говоря, а аккомпанемент, окружение песни идет в другую сторону. Тут тоже, говорят, возникает противоречие. Но песня, оказывается, в жизни гораздо умнее, гораздо лучше тех, кто с ней имеет дело. Для того, чтобы услышать печальную песню, не обязательно приходит аул на похороны. А для того, чтобы услышать радостную песню, не обязательно, чтобы была в селении свадьба. Бывает на свадьбе так, что от удивительного веселья, что всем хорошо, что тебе никто не замечает, какую-то грусть в твоем сердце тебе особенно печально. А для того, чтобы противопоставить этой как бы неестественной в этой обстановке смерти, ранней смерти, или умер старик, и как бы пол аула умер вместе с ним, хочется вспомнить, что где-то еще существует рядом жизнь, дети, его внуки, какую-то радостную песню спеть. Вот вы слушаете, как я говорю о песнях, слушайте, как я пою, смотрите, наконец, фильм «Лакские песни». Я вас хочу попросить, забудьте хотя бы до конца фильма название «Лакские песни». В конце концов, не имеет значения, лакские ли песни это, или песни других народов. Важно, что несут эти песни и какие они. Эрдеревай ханна тут эритунна. Уйду на луга, сорву цветок. И на расшаукуну кунтильду ханна. И на расшаукуну кунтильду ханна. Подержу в руке, подумай ты. Хал дэрэвэй ханна, хави биттунна. Уйду в рощи
сорву ветку. И на расщелкуну хвох мещинна. Тебя, видя в ней, к сердцу прижму. Тебя, видя в ней, к сердцу прижму. Далеких высот я глаза оставил, от слепящих ледников оторвать не в силах. В тесном ущелье я сердце оставил, чтобы вместе с водою о камни билось. Ты прости меня, край моих отцов. Если вернуться назад, мне не суждено. Вы простите меня, луга моих игр, цветами затканные, как платки склоны. Если вас позабуду, и меня не станет, а последнее дыхание вам верну. Ты прости меня, край моих отцов, если вернуться назад, мне не суждено. Core chevron, yeah, yeah.
ته جای قایب هایر ایمان و هیدار اردال کار شورو تیخون باخوی نوی بای را خالا بشوی نوی بای را خاقی دای رای لال های قای آمهان قبا قای شنو بای را Мне часто кажется, что песни в час радости, в час вдохновения, в час веселья или минуты печали и грусти тихо спускаются со склона у гор и идут к людям. И от того, с какой любовью и лаской мы их встретим, зависит, с кем и как долго эти песни будут жить.